Ваше обмывание предоставляется фильтр от ультрафиолетовых лучей. Так, ну и вторая функция, это, соответственно, защита вашей оптики от внешнего воздействия, то есть различных ударов, случайного задевания каких-то поверхностей ваших объективов, чтобы сломался, соответственно, фильтр, а не ваша дорогостоящая оптика. То есть фильтр фирмы Fujifilm, даже он в Японии написан, но сделан в Китае. То есть несколько покрытий, ну и даже он HD ультрафильтр показан. Так, ну и как здесь написано, благодаря мультипросветленному тепловому покрытию обеспечивает оптимальную защиту передней линзы вашего объектива, а также выполняет задачу блокировать ультрафиолетовое излучение без изменения цветопередачи и экспозиции. То есть этот фильтр на 67 мм, то есть смотрите, свой объектив мне подошел, то есть на основании этого диаметра. Ну и были съемки, то есть что с ним, что без него, то есть объектив и фотокамера хорошо справляется. Ну, пока на солнце особо я не снимал, но предметы, то есть как с ним, так без него, то есть успешно справляется. Так, поставляется вот такой упаковки пластиковой коробки, которая открывается. Вот, ну и внутри находится фильтр. На 67 миллиметров объектив. То есть смотрите сами, то есть лучше защитить. То есть фильтр достаточно недорогой, то есть оптика тоже недорогая, поэтому смысл тратиться на более дорогостоящие фильтры, только если есть у вас дорогостоящая оптика. Так, ну и всем спасибо за внимание. Если было полезно, до свидания, до встречи. Удачи!